Содружество независимых государств было создано более 30 лет назад в период серьезных геополитических изменений. Особое внимание хочу обратить, что соглашение о создании СНГ от 8 декабря 1991 года, Алматинская декларация от 21 декабря 1991 года и Устав СНГ от 22 января 1993 года, Московская декларация СНГ о соблюдении суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ государств-участников СНГ от 15 апреля 1994 года, заложенные в них цели и принципы, являются актуальными сейчас, как никогда ранее. Основной и незыблемый принцип создания Содружества был заложен в формулировке, что дальнейшее развитие и укрепление отношений дружбы, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества между нашими государствами отвечают коренным национальным интересам наших народов и служат делу мира и безопасности. Особенно хотел бы подчеркнуть такой важный принцип, как уважение территориальной целостности друг друга и нерушимость существующих границ. Это одно из главнейших договоренностей, которые являются ключевой основой наших сегодняшних отношений. Хочу вновь подтвердить, что кыргызская сторона придерживается неизменной позиции о необходимости разрешения спорных вопросов исключительно мирным путем и политико-дипломатическими методами. Кыргызская республика уверена, что только мирное урегулирование любого вида конфликтов будет способствовать укреплению дружественных и добрососедских отношений, развитию экономических связей, повышению благосостояния народов и снижению социальной напряженности.